Понял. Можно ящики с собой взять, если что. Зачем? Ой, граната, уходите, уходите! Ёп! Кого поранил? Блять, медики есть? Да. Так, закроюсь я от вас. Лечитесь все, потом краба лечите. Да. Лечу, 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 лечу. Все хорошо. Краба больше всех попросил. Бля, ну это ж не арма 3, ебаный в рот. Кто хочет мой адекватный клуб? Гол-гараж. Краба. Так, а вот морфин я ему не смогу Дружно вколоть. Он должен разобраться. Пиздец, я еще побежал, блядь, ушел? Гранату, блядь. О, он двинулся, он двинулся. Он двинулся. Ага. Ты его двигаешь. Он двинулся. Так, отойдите, я сейчас его в машинку посажу. Короче, он испытывает боль, но крови у него нет. Из этого ували. Я от камеры отойду. Так, на КВ наше выйдет. Ну что за ответ? А, дыль. Да я так понял, вовремя, да, Гонзо? То есть, я раненый. Да, вовремя. Да. Решай. Вы меня задавили? Да. Нет, я гранатой. Да. Ты сам пытались гранаты убить. Эх, нифига себе, кровище выписнулось из головы у меня. Я только наклонился, там сразу полилось. Буду бортовым. Как новое. Че, мы готовы, да? Готовы. Ну, Вадюк, ты прыгнул? Нет. Нет. Зачем? А я могу прыгнуть, на Давай. Ты прыгнешь со стрелка. Ну да, мы едем. Готовы, поехали. На север пометка. Понял. КВ-90. Ты на стойте на стрелка прыгнул? У меня, блин, спектатор опять этот гребаный включил. Какой спектатор? Тех, кстати, два. Какой второй? Один там и есть. Ладно, вероятно. Все, я. Слышу. Поехали. У меня ворон там разные. Там тебе могу кинуть. Нашел место лечь прямо под колеса. Да. Мне их перевести с экшен меню на эскейп, туда я уже задолбался. Попши, вы едете, что ли? Да. А у нас вот... Он по дефолту есть такой. На файле есть. Краба, ты на стрелке сидишь у нас тут сверху? А, окей. Стрелка сверху никто не зайдет.
надеюсь, мы в Каразор заходить не будем. В вагучий город. Да, Каразор нам не нужен. Можно я на сцену с тобой сразу сделаю? Сейчас доедем, ты там заходим. Какой-то гений ДВ написал как-то. Включи меня, медкит. Включить? Да. Есть. Медкитом не могу. Надо нужно сделать тебе ранение. Не, тогда нормально, у меня руки не трусятся. Вон же. Да, я тут снайперовал. Понял. Оглушителя у нас нет. Насчет снайперам действовать вдвоем с одним дальномером, а второй отдать Гонзе. Офигенно. У нас не будет батарейки все равно. А вдруг они не всовывали? Да они уже. По умолчанию первая батарейка идет. У меня без батарейки работает. А, ну все. Гонза уже должен на глазок определять. Какой план там был? Мы сразу двигаемся или кого-то ждем? А? Гонза. Идем сразу без всяких стрельб. Отлично. Снайпера вперед, 180 на... Гонза, ты на мониторе не нарисовал риски? Там осматривать. Тихо. Короче, батарейки нету, я тебя дам дальномер. Блин, не нужна там батарейка, не работает. Зачем, блять, если батарейки не было сразу у снайпера? Зачем отдали это? Теперь у снайпера работать не будет. Пиздец, блять. Смотри, тут ящики. Снайперы с одним батарейкой. С одной батарейкой. Вот это антураж. Чего вы, ё-моё?
Если я сейчас снайперу отдам дальномер, у него тоже не будет работать? Да. Говно какое. Угу. Ну, по хомике вроде никого не... Побежали с коня. Чё, ну что, работает? Работает. Работает. Ну тогда ты будешь говорить дальше. Чуваки, дальше забор, вы не выберитесь там. Сейчас подорвём его нахуй. Странно, вроде раньше я выбегал из него. Сейчас я... Сейчас я как настоящий гусар возьму машинку и пробью нам дыр. Слева есть проход нормальный, ничего. Нет. Упрямая слишком, да? Чести. Смотрите, вот тут вот впереди есть вышка. Могу туда залечь, посмотреть, что там. Да не надо здесь, никому-то не нужен на вышке. Прям. Хаммер бы нам с М2 пригодился. Зачем? Как зачем? БТР ломать. Вернемся, если надо будет. Лучше кого-то оставить на хаммере. Вот, например, ты меня. Ну, я за вами потихоньку ехать. Не надо пока, без команды не едешь. Окей. Тут уже могут быть люди так, где-то 200-220. В кустах справа наверняка. В кустах справа никого не смотрел. Чё-то я уже устал как так. Чё? Что за британская отвага? Офигеть, я сдох. А сколько ты взрывчатки включишь? У меня ж 50 кг. На лишнее выкинуть. Нет, ПТ-минов. Люблю ПТ-минов. Лучше взрывается, да? Ты ее под прожектором поставь. Чем а кто там в поле так беспалевно стоит? Ну, почему беспалевно? Все нормально. Понятно. На самом деле правее нас, потому что я хочу, чтобы снайпера в конечном итоге прошли по горке. Понял, ну давай сейчас перебегу на бус. Я могу вам взрывчатку отдать? Кажется, Чарли наткнулись на кого-то. А чё ты чё? Ну зачем я снайпер? Да ты лучше одну себе ставь, мало ли. Ладно. Потом искать будешь, блин. Пределы круга могут выходить? Да, могут, они начнут на квадрат, только они могут выходить. Если что, на малом ходу можно идти и отдыхать одновременно. На западе вроде СВД где-то был. А, бетер вижу, алё. От меня 145, а ВД-качка небольшая. Дальний смей, миткус. Краб в опасности. Мне подъезжать к вам на хаммере? Подъезжай. А, стоп, да, вижу. КТР далеко на берегу. 1600 метров. А, не пробьёшь. Да, останови. Мидкот не... А давайте погрузимся в машинку и уедем сейчас на 140. Только мы не вместе все. Ну, а все мы не на... Что у нас? Снайперы остаются здесь, как... А банзай... Банзай, хат... Неправильные метки. Два метки неправильные. Банзай, хатап, опсилон и гонза грузитесь в машину. И едете под башню, которая на холме от нас на 140.
Краб, подомогайся по ДВ до вертолета. Я мисс на БТР вызвал. Ну, пусть БТР вынес. Чё тут стоит? Так, смотри. Опа, вижу пехотинца. Сейчас метку. Где он? Вышка, антенна связи. Сейчас. Что за антенна связи? Хакер, левее, левее, зачем, зачем? Вот, он метку передал. Пиздец. А, ну это близко. Ни хука мне. 700 метров. Правку на меня через тьма есть. Какой нам? Если он остановится, я могу попробовать его долбануть. На востоке у нас что-то есть. Лёг, он, по-моему, Вот батарея отрабатывайте. Ты вылезь сам, пускай кто-нибудь пулемет отработает, ты с Марсусом. Краб, мне по снайперу долбануть? Давай вместе долбанем. Чёрпл, ты видишь снайпера? Нет, чёрт. Азимут 140. Что на 5 вот ворошит, стрелок бежит за тобой. Да, нет, короче, стрелять нет. Вместе сейчас на раз, два и три, давай. Готовы есть. Убил. Вытравили. Смотрите, его. Сейчас быстро может выехать. Метку пока поставь на снайпер тело. Убит. На тело метку поставь. Отойдите от камеры назад, да. Никого нет. Ворон, посмотри, где бы ты. Я не вижу его. Сейчас. Че, что он испарился, что ли? Ну он куда-то за холм этот, за вышку уехал. Тихо. Слышит? Или нет? А, не, это у меня в реале. БТР под окнами. Ага. Паша, мы с тобой пока кроем снайперов. Ну я да, здесь сижу. Ты рядом со мной. Я чуть выше поднимусь, чтобы с горы никто не пришел. А, ты на шепот перешел. У БТР я не вижу второй где-то от меня. Возможно, в город уехал. Гонза, ищите там, вышлите кого-нибудь на поиски БТР визуального. Окей. Так, Хатап, двигай на 160 в доме. На 150. А, блядь, вижу. Едет. Хатап, это БХ или БТР? А, не, или машина. Короче, на 190 к нам едет. Убивайте все. От нас на 190. Бля, не выскакивайте, он нас спалит так. Что за машинка? Сейчас она поднимается. Хера, у меня бинокля нету, блядь. Едет. Сейчас ближе к берегу, за холмом не видно. На юге вот. Блядь, похоже на БМП. Гонзо, приготовь свой маг. У них есть БМП? Я понял. Да, у них есть медицинская. Значит, это БХ. С зушкой на пришел. Да, это она. А какой азимут они выпили? Да, вижу за телевышкой БТР. Точно азимут 180. А, нет, не БТР, это БХ. БХ.
На юге от нас ровно. Вот где-то тут. Смотрит на нас там. 180, а где она конкретно, не вижу. Блять, она. Пойдем. Она так. Она за холмом, ты ее не увидишь. Понял. Короче, как-то так. Это не бетр, это скрежет, поставь. Да, да, да. А, да, да, вижу, вижу. Туда не очень далеко. Короче, точно дать не могу. Ой, блядь, этот самый Гонза Беттер прямо тут внизу, куда я пошел. Где, где? Иди, иди, на 110, иди сюда вниз, на 110, вниз. Понял. Вот, смотри, смотри, от меня на 90, он вот в этом, в складке местности. Вот дорога иду, идет, иду. Вот видишь, прямо дорога. Гонза, видишь, дорога? Да, вижу. Вот справа и слева, ну, такой низинка, вот он в эту низинку в дороге прям стоит, вот в этой. Сейчас посмотрим. Да вот, смотри, вот 90, смотри, вот он в эту низинку на дорогу, в дорогу заехал. Вон слева от него. Слева, слева, смотри, башня катается. Слева, еще левее. Сука, бля. 200 метров, 80. Понял. Там 200 или 300 метров. Ну выбивайте, чего? И он на нас не смотрит. А вот сейчас пробьет М2? Смотрит. Краб, если что, свободная будет. Выбит, выбит. Есть, да? Выбит. Уходите, сейчас Зушка будет работать туда. Ну да. Хорошо, нормально. А можете... Хотя нет. По Бэхе не стрелять, сейчас Кобра на нее наводит. Приняли? А, стреляет по мне. Меня спалило. Ну, укрытие. Мне так на горе тут и сидеть? Там один человек нас крежет. Надо хаммер убирать. Поезжай. Зачем убирать? А, пехотинец бежит, короче, до трупа снайперы. Хаммер в складке местности, его не достанут. Там бьют, бьют. С юга в город въезжает вас, это пикап до ШК. Гонзо, кажется, на пикап. Чё, всё, минус карач, да? Нет, карач подошёл и ПЗ припишись. ПЗ. Да. Я слышу, кто-то идёт, думал, свой. Там просто пурпур лежал. Я смотрю, в камуфляже не стал даже это... И все таки вообще не обращают внимания, слышишь? Вот это капец. А-ха-ха. Снайпер сидит, смотрит дальше. Реально, и все да, вообще даже не повернулись никуда, Паш. Да? Чё, бежу, да, какой-то бахнул. Пурпул смотрит. Краб. Краб хотя бы в сторону, короче, смотрит. Паша, блин, ладно. Чё? Либо мне напомни, либо я тебе напишу. Надо вот срочно, чтоб регулировали мою дальность. Либо... Ну, все-таки сохранена какая-то миссия? Странная. Где-то, да. Где-то в сохране какие-то вещи, видно, вызывают дикие лаги, поэтому очень часто туда посмотришь, все окей, а туда посмотришь. Это без... на кразл смотришь, скорее всего. Ну вот, дальность пипец. Слишком это большая выставка. В кразл просто встраивать триггер с удалением домиков, и все. Да нет, дальность посмотри, какая большая. Ладно, я его, допустим, какой-нибудь Кочегара знаю, его ПК. У меня там вообще, наверное, 3 FPS. Ну, вообще, да. Чё, как там воксборка? Ну, так, начал ковырять. Там надо кое-что удалить. Ну, имеется в виду, конфигами удалить, не из самой сборки. В смысле, что удалить? Там всяких мусор, которые они не хотят убирать. Медицину эту дополнительную. А, СМ.
Чтобы и нет, не грузило оно. А как ты нет, разве грузишь, если модуль не стоит, как он ее грузит? Она есть в конфиге, я крабу кидал, она как раз там прописана. Или ты про юзер конфиг? Конфиг этот, аддон. Курков кидает в ответ. Просто давай, было бы круто, курков. Чтобы как-то, чтобы она была, ну, одинаково, чтобы у меня не две вокс-сборки хранилось. Нет, она одна будет, одна чисто оригинальная вокс-сборка будет. Просто на нее накатывается сверху. Наш аддон врезание. Ну да. Я понял. А так оригинальный вогловский будет, то есть там ничего не меняться не собирается. Блин, хорошо, он понял. Короче, реально выбежал из ниоткуда, то есть такое ощущение, как будто он там. Не, он там где-то минут 10 сидел прям у вас, да, перед кустами. Понятно. То есть это мы его, я его проворонил. Ну, да. На шепот сразу перешел, и он, может, тебя его и не заметил. Блин, поздравляю, мы как отрабатывать начали, я что там Малюха это. Малюха таки нес. Пурпл, да ты вообще там ПЗ прям перед тобой убили, ты даже не обратил внимания. Все, я обратил, я сказал, что его убили возле меня. Че я тебе должен еще делать? Не, ну типа на труп его хотя бы посмотреть, там ты рыбал. Для чего? Ну там вообще-то прям Карыч его сидел, лутал где-то минут, не знаю, минуты 3-4, пока ты вообще в другую сторону смотрел. Ну, например, я не знал, где он точно был, потому что у меня не было GPS, да. И метки старые. Так вон же он. Чего вон же он? Я лежал, как я его увижу тебе, лежа. Теперь я понял, Паш, почему ты хотел, чтобы тут компас остался. Люди прям... ощущается команда. Ну так ты не понимаешь, ты в жизни чувствуешь, что кто-то рядом есть, а здесь ты не ощущаешь реально. Ну никак же в компасе. Ну а как еще здесь делать? Кстати, вы говорите про компас, не ощущаешь. Я был, Паша лежал в 7 метрах от меня, я не слышал, как подошел этот Карыч, чтобы он там шебуршался вообще, например. Так он на меня наступил практически. Так он ниндзя, что ли? Он этими шашками пойдет. Как он бросал сквозь кусты, кстати, мне интересно очень. Сквозь деревья. Навес. Он много гранат кинул. Так, Darkness идет на... Взрываться или отталкиваться? Взрываться, наверное. Так, остался краб. Ну, краб-то должен как-то это... У него теперь... Нет, крабов нет. Вообще, крабовские читы-то. Ой, то есть воговские. Подключены, да, нормально. Крабов. Ну, крабовские, да. А, так он в мохнатке, блин, понятно. Убить ты его там. А краб будет сидеть, он не будет ходить. Он хитрый. Фига, ворон уже отбежал. Это... Он косака захотел. Сейчас начнут сжечь все. Так, сейчас и узнаем, Darkness, подарок. Кстати, я когда гранату в этого, короче, бросил, хоть ранило чуть-чуть или мимо полетело? Не успел. По-моему... Я переключился на тебя и... Ну, взорвалась-то она. Он бы на гранату, по-моему, с твоей стороны, то ли в дерево вырезалось, ну, рядом с тобой взорвался. Так что, как бы не сам себя там убил. Сам себя не мог, у меня по скрипту это сразу стоит, чтобы максимальная дальность броска была. Опа-на. Так, Карыч, кстати, идет на экран. Вертушка что-то летит, кого-то мочит. О, кого-то бахнул, а, скрежет бахнул, и все. Капец, блядь. 6 раз могли его слышать. Нормально, братан. Хорошо горит. Восток горит. А картошка вообще летает, да, нет? Тоже. Так не написано же, что нельзя пересекать. Чего пересекать? Черный триггер. Я и смотрю, блин, бегу спокойно. Опасности нет.